от времени рюкзак нужно стирать. Для того, чтобы постирать рюкзак, нам нужно подготовить его к этому. Во-первых, нужно достать все содержимое всех карманов. Вот. Во-вторых, что я делаю? Я раскрываю все замки на нем специально и снимаю вот эти хлястики. Далее берем вот такие вот бомбочки. С ним стирать проще всего, не надо ничего лишнего. Берем одну, забрасываем ее в карман рюкзака, вот сюда, и карман закрываем. Хлястик снимаем, и все. Бросаем его в нашу стиральную машинку, ставим. У меня это 8-я программа, у кого какая синтетика, в общем. Ставим на синтетику и вперед стираем. Это все легко и просто. Рюкзак не воняет, рюкзак у вас чистый. И в принципе все. Вот. Единственное, что стоит учитывать, это отключить ополаскивание. Желательно лишний раз не мочить, потому что могут размокнуть вставки, если у вас есть ребра жесткости. Если нет, то без разницы. Можете сколько угодно его гонять. Итак, для того, чтобы постирать шапку, нам надо будет вот такой вот капсула Тайда. Можно, конечно, и с порошком постирать, но лучше постирать с капсулой. Выворачиваем шапку наизнанку. Ложим нашу капсулу вовнутрь. Все. Вывернули, положили. Теперь нам надо выбрать программу. Программа у нас шерсть 7. Выбираем 7 программу. Закрываем все это дело и нажимаем пуск. Вот и все. Если кому-то понравилось видео, то ставим палец вверх либо вниз, оставляем комментарии, подписываемся на канал. Всем пока!